у этих у соседей киоска твоего этого дворе белка живет. Черная такая, красивая. Сегодня с утра тоже за ней. Может, это она ночью вчера гремела? Может, может. Ну, вообще они ночью спят. Ну, так пролетело что-то, что будто бы это белка. И муж еще это забежал. Очень странные дела. Бусечка. Рассусовались. Охотник за белками. Снова в деле. Что? Размаха не хватило, да? Где там белка-то? Где-то слышу ее. Ну, не белка. Солнце. Давай-давай, спускайся аккуратненько. Как поднималась. Вот, молодец. Не падай камнем вниз. Вот, вы можете наблюдать, как леопарды спускаются. Как наш леопард спускается. А, ну да. Как другие, мы не знаем. Ну, примерно так же. Что и спускаются, и поднимаются они достаточно ловко по деревьям. Белку не поймала. Вот дела. Ну, пойдем еще посмотрим, еще какую-нибудь белку найдем. Ищет белку. Да, Буся, ну они побыстрее, чем ты. По деревьям скачут. Такая ищет. Или белка. Белочку. Все-таки там белка была, дай посмотрю еще раз. Она где-то там, да. Нету, блин. Не теряет надежды вообще белку найти. Фантомные белки. И везде кажется белка. Кажется белка. Вот кажется. Тут точно. Точно есть. Вот тут 100% белка. Дайте коту белку. У белки мерещится. Веня, где белка? Да фиг знает. Я с лужи напилась. В общем, мы здесь уже на час застряли. Это тренажерный зал для... Трех соснов. Да, для этого. Для Луняши. Прокачка вообще. Бицепсов и трицепсов. И задницепсов. Ой! Веня, такая вообще плакса. Почему собак на столе? Это будто мы такие выдумщики. Чтобы тебя приманить. Издеваемся как таким собакам. Да нет, это просто столовый ротвейлер. Есть ложка столовая, есть ротвейлер. Нет. К обеду. Гуляем с утра и до обеда. Сиди сюда, иди смотри, что такое, что свинья послушала. Что случилось? Я должна довернуться, там же белка. Попробуй еще вообще. Что, хочешь реванш взять, да? Все-таки победить эту белку? Гуся, иногда надо просто отпустить и все, и двигаться дальше. Пусть белка живет себе с перчатками своими. Фу, трухлявая. Мне кажется, здесь туалет, поэтому надо
отсюда что уходить. Здесь это, раздевалка. Раздевалка? Сильно больше. Снимали доспехи, переодевали. Веня, иди ищи. Я думал, что это писсуар. Писсуар. Рыцарский, да исторический. Писаешь просто на какую-то тряпку. Для тех, кто привык в подъезде, да? Луна-парк. Кошачьи аттракционы. Чё, ни одного бурундука? Вот они какие. Попрятались все. Ну, конечно, какой-то вообще развал древесный. Сколько попадало со всех сторон просто. Корни торчат. Аккуратно. Венза, ты не леопард. Аккуратнее будь, пожалуйста. Снимаем с разных ракурсов. Просто вообще. Все для зрителей. Режиссеры. Просто вообще. Режиссеры. Все для зрителей этих. Ютуба до дзена, а Инстаграм с ТикТоком обойдутся сегодня. Ну что, куда пускать? О, первый раз вижу, Иван-чай решила поесть. Вот. Интересно, обычно только траву эту, осоку, или как она там называется, грызет. Хочется ей на волочку скакануть. Да? Хитрюга. Пойдемте уже к машине, я нагулялась. Вен, иди сюда. Класс вам был. Прогулки, как всегда, верхом на воле. Да, Веня, это только у привилегированных такие почести. О, все, нагулялись по тайге.